Команда анархистов и нонконформистов последний матч сезона с самарскими крыльями проводил дома. Временный революционный комитет под руководством капитана Цвейбе отстранил отдел временщика Пуника и его югославскую гвардию. Но своими силами обойтись все же не получилось. Балканский футболист Милекич прорвался в основу и нанес единственный у хозяев удар по воротам Варамадзе. Смешанный состав самарцев без труда сделал победу. Игнашевич замкнул в воздухе подачу от углового флажка. Для выезда в Владикавказ